გამარჯობათ, დღეს ისევ მეცხრე არხზე ვართ და ვაგრძელებ ჩვენ საუბრებ სტუდიაში. მე ვარ გია მაჩაბელი და ჩემი სტუმარი დღეს არის, სიურპრიზი უნდა გაგიკეთოთ, დღეს ჩემი სტუმარია ცნობილი პიროვნება, ყველასათვის ძალიან კარგად ცნობილი ადამიანი, სერგეი პეტროვიჩ კაპიცა. ვილაპარაკებ ჩვენ ძირითადად დემოგრაფიულ პრობლემებზე, პრობლემებზე, რომელიც ყველა საინტერესებს ჩვენ საზოგადოებაში და ამის შესახებ მე უფრო დაწვრილებით გეტყვით, როცა ბატონი სერგეი პეტროვიჩი დაიწყებს ამაზე საუბარს. И первый вопрос, который я хочу вам задать, здравствуйте. Спасибо, Георгий. Да, и первый вопрос, который я хочу вам задать, это вопрос того, как вы попали в Грузию. Я приехал по приглашению моего старого друга Джумбер Георгиевича Ламинадзе на научную сессию, семинар международный, посвященный проблемам плазмы и астрофизики, связанной с его 70-летием. Да. Здесь было сочеталось приятно, как говорится, с полезным. Я провел несколько дней на этом семинаре, видел много старых друзей, вспомнили дела минувших дней, вспомнили славную нашу молодость, можно сказать, научную. И было, можно сказать, я думаю, такое подведение неких итогов, но вовсе не конца. Да, разумеется. Такой промежуточный итог, который, конечно, очень сейчас для нас всех важен и существенен. Это в основном, вот этот наш семинар был посвящен в основном таким проблемам, как плазменная астрофизика, то есть да, астрофизическим проблемам и тем механизмам, которые, значит, могут объяснить какие-то явления. Но при этом был замечательный ваш доклад, который вызвал наибольший интерес, да, и среди астрофизиков, и среди отдыхающих, так как это семинар был в Боржоми. Да. Именно ваш, не только потому, что вы замечательно его рассказывали, а еще и потому, что тема была необыкновенной, которая интересует всех абсолютно, это демография, вот, проблемы демографические. И я знаю, что вы написали даже книжку замечательную, у вас много статей. И первый вопрос вот к этой теме, значит, как вы пришли к этому и почему физик может заниматься вот этой вот проблемой? Ну, физики, они меняют профили своих работ. И на этом международном семинаре, где мы были, там были люди разных традиций, разных направлений. И сам Джумбер менял направление своих занятий в жизни. Если он начинал с проблем прикладной ядерной физики, работал за Уралом, в лабораториях, создающих ядерное оружие, то потом он переключился на совершенно другое поле, на поле современной астрофизики, и те методы, которые были развиты для создания вот этого оружия, он применил большим успехом для рассмотрения поведения дальних звезд, галактик, объектов на совершенно другом уровне масштаба времени и размеров. И это характерно для физики. Мы, физики, обладаем некой гибкостью. У нас есть методы, которые мы можем применять ко всему диапазону явлений природы. И так же поступил я. Я, хотя по образованию инженер, но я многие годы занимался физикой, и плазменной физикой немножко занимался. И поэтому, когда я столкнулся вот с глобальными проблемами, кстати, именно тогда, когда надо было решать проблемы того, что делать с ядерным оружием, которое было накоплено в совершенно чудовищных размерах, употребление даже части его было бы гибельным не только для тех стран, которые его пустили в дело, но и для всего человечества. Для меня с колоссальной остротой стал вопрос вот того, как ведет себя человечество как целое, не разделенное на страны и регионы, а, как говорят, глобально, в целом. И в первую очередь главный вопрос, сколько нас, как мы оказались
таком количестве, какие закономерности здесь проследить. И, как ни странно, этим почти не занимались. Я думаю, что занимались, но они занимались как-то... Каждая страна занималась, интересовалась своей собственной демографией. Совершенно верно. И вовсе не интересовалась, что происходит у соседей, например. Даже радовались, когда их меньше. Да, даже не это, понимаете, когда тихая радость о том, что у соседа корова сдохла, знаете, да. Выражение. Нет, вы правы совершенно. Действительно, это наука, прикладная наука, связанная с подсчетом числа людей, рождений, смерти, миграции народов. Она действительно была всегда региональной и привязана к отдельным странам. И демографы даже отрицали, что есть такой объект, как человечество в целом. Есть просто сумма всех стран, но рассматривать его как целостный объект им казалось невозможным. И если, может быть, мне удалось что-то существенное сделать, то очень важным был шагом понимание того, что человечество можно рассматривать как единый объект. И вот это было уже первым существенным шагом в решении этой проблемы, который, может быть, был встречен с некой оппозицией демографов, потому что они считают, что такого объекта нет. А с другой стороны, оказалось, что это открывает совершенно ряд новых возможностей. И вот исследование этих возможностей заняло у меня почти 9 лет. Завершилось сейчас написанием книги, она вышла по-русски. Мы потом можем подснять ее и показать, она лежит. И поэтому это, несомненно, оказалось очень интересным и теперь интересным для всех. Недаром Джумбер предложил мне рассказать об этом на этом семинаре. Методы были как раз общие. Да, более да, того, моему докладу предшествовал доклад Зеленого, физика московского, астрофизика, который вот использовал просто те же методы, те же подходы, которые использовал я. Но совсем другому объекту. Совершенно другому объекту. Это замечательно, что мы можем все физикой. Да, мы в этом смысле очень самонадеянны. Да, это с одной стороны. А теперь вот интересно вот само содержание вот этого доклада, я думаю, нашим зрителям тоже интересно. Да. Каким образом развивалось человечество, то есть количественно, ну, от начала до Христа и потом? Ну, значит, здесь, конечно, всякая теория, всякая мысль такого рода, она должна опираться на фактические данные. Фактические данные о народном населении мира, они известны, ее можно найти. Справочники, энциклопедии, теперь на интернете и все эти сведения выведены. Проблем тут никаких нет. А самое интересное, что оказалось, что человечество развивается вовсе не по экспоненциальному закону, там удваиваясь, положим, за каждые там, 20, 30, 40 лет, как сейчас человечество удваивается за 40 лет. Но и только сейчас. В прошлом оно удваивалось гораздо меньше, а еще в более далеком прошлом оно вот росло еще медленнее. И вот анализируя рост человечества за обозримый период, удалось показать следующее, что, во-первых, оно развивается далеко не по экспоненциальному закону, не по закону сложных процентов, а, как говорят, взрывным образом. Это значит, что у него медленный рост в начале, который потом вдруг мгновенно задирается буквально к бесконечности. Да? Как резонанс, как такая идет раскачка такого роста, оно само себя ускоряет, и устремляется к бесконечности. И сколько раз это было, вот таких взрывов? Мы только один раз знаем его. Он сейчас происходит, причем в колоссальных масштабах. Вот вы подумайте о том, сколько людей сейчас. Сейчас нас 6 миллиардов. Да. Рубеж мы преодолели в прошлом году. Когда я был маленьким, меня учили в школе, что нас 2 миллиарда. Да. Вот за мою жизнь, за 70 лет, мы в этом смысле почти одногодки с Джумбером, человечество практически утроилось. Такого раньше никогда не было. Понимаете? Миллиард... За очень короткий период. Да, за очень короткий период, за период 70 лет. Вот первый миллиард появился на Земле практически в начале 19 века. В начале 20 века у нас было приблизительно 1,6 миллиарда. Но к этому миллиарду мы постепенно шли. Мы шли очень постепенно. И вот если проследить, по какому закону мы шли к этому миллиарду, это тот же самый закон, который вот привел к этому взрыву, это гипербола, которая вот очень круто задирается к бесконечности и уходит медленно-медленно тоже к бесконечности. И вот этот гиперболический закон, его находили демографы, но никакого значения ему не придавали. А если вдуматься, то он обладает рядом очень важных свойств, понятных нам как физику.
Первое – это то, что называется автомодельность. Это довольно сложное понятие, но это значит динамически самоподобно. Иными словами, динамика населения, положим, 1000 лет или 1 000 000 лет тому назад, и 100 лет тому назад, была в каком-то смысле одинаковой, самоподобна. Да. Только время как развития, оно все время сокращалось. А закон развития был тот же самый. Вот это было первое, что мне бросилось в глаза. Второе, тоже элементарно оказывается, что такой вот не экспоненциальный, а более крутой, более быстрый рост, он пропорциональный квадрату числа людей. Экспоненциальный рост, закон, по закону сложных процентов, у вас деньги растут, как известно, пропорционально вложенной сумме. Сумма выросла, соответственно, больше приходит дохода. Так же было по представлению некоторых, как Мальтус, с человечеством. А здесь, оказывается, нет. Закон более интересный, он пропорционален квадрату числа людей. Вот такие законы очень хорошо известны в физике. Но этот закон установили вы. Ну, он возник из того, что я признал вот закон гиперболического роста. Я придал ему физический смысл. Но не абстрактный такой, а писательный смысл, а физический. Я сказал, что за этим стоит какое-то серьезное явление. Тогда давайте начнем сначала. Вот где точка отсчета, от которого можно начинать считать количество людей? Эта точка отсчета есть две. Первая, такая наиболее, наверное, важная, это 1,5 миллиона лет тому назад. А до этого прошло приблизительно 3 миллиона лет. Очень короткий с точки зрения биологии срок на образование вот такого проточеловека, человека уже прямоходящего, человека, у которого появились навыки труда и, по-видимому, обмена знаков, звуки, может, они изображали, они уже могли взаимодействовать между собой. Вы знаете, ушло 3 миллиона лет. А оценка есть количество тогдашнего или да, есть, можно, это да? Хороший вопрос. Ну, когда нас совсем не было, то и нечего считать. Разумеется. Это началось приблизительно 4,5 миллиона лет тому назад. Значит, вот 3 миллиона, я говорю, очень быстро. Вот появился человек, и главное, появился разум у него, вот ум. Это единственное, что нас отличает от обезьян. Вот Homo sapiens, это значит человек сознательный. Тогда был первый человек, он был Homo habilis, человек умелый, но уже сознательный. И, по-видимому, мы не так сильно отличаемся от того человека. Потому что вот последующее развитие, оно с биологической точки зрения, оно очень короткий срок, чтобы мы могли бы существенно измениться. Но нас было тогда порядка 100 тысяч людей. И они жили в Африке. И вот тогда мне было очень важно знать, сколько же нас на самом деле было. Я мог это число рассчитать, а на самом деле сколько их было. Ну, трудно сказать. Генетики говорят, что это было... И теперь вот если говорить о нашей маме общей, то есть Еве, то это была популяция в 10 тысяч человек. Я был бы очень критично настроен к этим оценкам. Но у меня были свои, как говорится, представления. И для их проверки я обратился к знаменитому французскому археологу Копенсу. Сейчас он профессор Коллеж де Франс, одна из наиболее уважаемых научных должностей во Франции. Он утверждается президентом. Такая школа усовершенствования, повышенный университет. Там он уже работает, а в молодости он возглавлял французскую экспедицию в Африку. Потому что первые открытия древних людей были сделаны англичанами, лики. Вот в Олдувайском ущелье они нашли первых людей, которым было больше 2 миллионов лет. А где это Олдувайское ущелье? Это западная, восточная Африка, вот в районе вот этих великих озер. Это такое вулканическое ущелье, такая область очень интересная геологически, где были найдены и хорошо датированы самые первобытные тогда находки. Да, и сколько им было миллионов лет? Им было около 2 миллионов. Вот сейчас вот наши антропологи тоже нашли какое-то... Да, это очень интересная находка в Грузии. Да, и что-то... Она не противоречит, кстати, этой развитой картине, потому что вот был вот этот очень важный рубеж 1,5 миллиона лет тому назад. Чуть позже, на 500 000 лет, гигантский срок, позже того времени, которое нашли англичане. А кто-то даже, французская экспедиция была гораздо лучше оснащена, потому что англичане, по существу, были любителями, но сделали фундаментальное открытие, а французы пришли туда с государственными средствами, развернули большой фронт работы, и поэтому
они лучше всего представляли себе, сколько было наших ранних предков. Я его спросил, сколько нас тогда жило. Он дал ответ 100 тысяч. Меня он совершенно поразил. Я сказал, ну вы его рассчитываете. Я никакой не теоретик, я полевой исследователь. Основана оценка на том, что да, мы обнаружили в целом около 1000 стоянок, разбросанных по всему вот этому региону. От Великих озер до юга. Около 1000 стоянок, и в каждой стоянке приблизительно 100 человек, большие семьи, клан. Понятно, но могло быть и еще какое-то, наверное, место, где такие, вот, например, в той же самой Грузии, вдруг обнаружат завтра, что их... Нет, все-таки возраста. Грузия была позднее. Позднее. И есть все основания думать, что вот тогда, когда появился вот этот человек умелый, он уже начал расселяться по миру. Но это еще не был человек, в общем. Нет, это было вполне. Это было, мы, они гораздо больше были похожи на человека, чем на обезьяну. Современные люди. Нет, на современного человека, чем современные люди. Мы в этом смысле гораздо ближе к своим предкам, чем многие думают. И вот первый период, когда вот появился такой человек, он длился миллион лет. Да, это... За это время, это очень большой срок, потому что на всю остальную историю осталось полмиллиона лет. Да. Это происходит сокращение времени, как в теории относительности. Да. И здесь самое любопытное же, эти полмиллиона, миллион лет, произошло очень много. По-видимому, люди научились уже под конец этого срока овладели речью. Не языком, который связан очень сложным образом с сознанием, но речью, обменом сигналов. Они научились жить более социально. Более сложные речи или сигнал, обмен сигналов более сложный, чем у животных. Животных. Второе, она была социально обусловлена. Отсюда возникает вот этот N-квадрат, как физик в это понимает. Второе, что было существенно, они овладели огнем. Ни одно животное не владеет огнем, оно боится огня. А человек овладел огнем. По-видимому, сначала он находил его, он научился его поддерживать, а потом, по-видимому, изобрел способ его получать. Производство. Управлять огнем. Это была новая энергетика человека. Гораздо, может быть, важный переворот в жизни человека, чем овладение ядерной энергией. Разумеется. Понимаете, он мог это согревать себя, он мог готовить пищу, он мог обгонять животных. Они были первыми физиками, которые... Они были, конечно, физиками, инженерами. Они овладели огнем плазмы. Да. Той самой плазмы, которую мы изучали на семинаре у Бера. Да. Так что вот, это первый миллион лет. И тогда, я говорю, человек начал расселяться. Он вышел из Африки, вышел из своей колыбели. Видимо, Грузия была одним из первых важных этапов. И постепенно они начали потом расселяться, да. размножаться. По-видимому, они заселили Южную Европу. Тогда Средиземное море было проходимо. Уровень океана мог опускаться на 100-120 метров ниже существующей отметки. Поэтому они могли пересечь и Красное море. Они легко могли перейти в Америку, например, да? Позднее. В Америке это было 40 тысяч лет тому назад. Они должны были сначала заселить Индию, Китай, Индокитай, Дальний Восток, и потом уже заселять, по-видимому, 40 тысяч лет тому назад Америку. Это возможным стало из-за того, что дно океана было выше, да? Да, нет, просто уровень океана, дно океана осталось на месте. Да, понятно. Уровень да. океана да, снизился ясно. Из-за похолодания, из-за образования ледников. Сейчас уровень океана находится вблизи своей высшей отметки. Но дальше уже трудно подняться. Понятно. Нет больше воды. Теперь такой вопрос. Ведь вот начали мы со 100 тысяч... Да. Потом постепенно это начало увеличиваться число. Да. Но как оно увеличилось? По какому закону? Вот оно увеличилось по этому гиперболическому закону. И понимаете, вот тогда, когда нас было 100 тысяч, нас было столько, сколько нас должно было быть, если мы были бы таким, ну, усовершенствованным, но зверем, который поедает кого-то, его кто-то поедает. Он живет в равновесии с природой. Потом мы его нарушим. А вот вся остальная история человечества, это есть отрыв от природы. И нас сейчас в 100 тысяч раз больше, чем нас было в начале этого процесса, то есть... который пошел благодаря разуму. Вот это самое главное. И вот нас сейчас в 100 тысяч раз больше, мы живем, так сказать, в своей природе. Мы привели туда животных домашних. В мире, например, существует 2 миллиарда крупных рогатых скотов, кстати, которые поедают гораздо больше, чем все люди вместе взятые.
Все-таки да. Ест больше, чем в 3 раза по сравнению с человеком. Да. Понимаете? Собаки, кошки пришли вместе с нами, образовали большую численность. И вот всевозможные скотины, лошади, там, люди, домашние животные. Вот это путь развития, который занял вот то, что называется палеолитом, когда у человека было и каменное орудие, и он усовершенствовал все время социально и технически, он усовершенствовался. Вот эти ступени развития, они были прослежены археологами, из оценки численности людей, которые были сделаны, и оценки длительности, очень точно, так сказать, расписание развития человечества, его можно рассчитать, оказалось. И есть важнейший рубеж, это неолитическая революция, это было 110 тысяч лет тому назад. Тогда было людей порядка 10-15 миллионов во всем мире. Это была тоже революция, когда он окончательно отделился от природы. Тогда началось сельское хозяйство, одомашнивание животных, начали создаваться крупные поселения, даже города, торговля начала развиваться, обмен. Потом наступил древний мир, средние века. И каждый следующий период был короче предыдущего 2,5-3 раза. Да. Человек себя оградил как бы от влияния природы и животных, но да. Зато он стал убивать друг друга. Ну, животные тоже, правда, животные редко убивают да, себе подобных. Да. Это как-то у них запрещено. И начались войны. Да. А как эти войны могли... Ну, знаете, на... не очень существенно. Не надо переоценивать трагизм ситуации, потому что человечество неуклонно росло. Ну, трагизм для каждого... Конкретного человека, да. Конкретных народностей. Исчезали культуры, исчезали целые племена, исчезали народности, они мигрировали по свету очень сложным образом. Это можно проследить при помощи изучения древних языков. Вот здесь большую роль для меня сыграли беседы с Ивановым, который работал вместе с Гамкрелидзе, написали вот этот толстенный том об индоевропейской культуре, расселении индоевропейской народов. Индия была, несомненно, одним из великих очагов цивилизации, которая пошла, с одной стороны, на восток, в Китай, а другая ведь пошла в Европу, принесла с собой индоевропейские языки через Месопотамию, через Ближний Восток, через Кавказ, кстати, и потом другая ведь через Северную Африку, через Испанию. Вот Европа была заселена. Поэтому Кавказ так интересен для историков. Множеством своих языков, культур, великих перекрестков. В таком мировом развитии, поэтому... А язык — это есть очень такая хорошая метка, понимаете, которую можно изучить и проследить, положим, как называется корова в Индии, там, в Месопотамии, по-грузински, по-немецки и так далее. Оказывается, они имеют общие корни. Да. И вот были еще, кроме этого, еще эпидемии. Да, были эпидемии. Которые, как бы, ну, уничтожали целые народы. Да. Вот самая страшная была чума, которая произошла в 1348 году. О ней имеет смысл сказать подробнее. Она унесла там до 20-30% населения Европы. В некоторых странах, как, например, Норвегия, половина населения вымерла. А случилась она в результате бактериологической войны. В самом прямом смысле этого слова, без всяких скидок. И началось все это в Феодосии, в Каффе, на южном берегу Крыма. Теперь это курорт, симпатичное место. Но в тамошние времена, и развалины этих крепостей остались, там были торговые крепости генуэзских купцов, которые торговали вот с племенами, заселявшими и Кавказ, и Крым. И в Каффе, вот в Феодосии, была крепость, остатки ее до сих пор есть, которая представляла, ну, как теперь говорят, укрепрайон, огороженный мощной стеной, укреплениями, с хорошим источником воды, который в течение 2 лет выдерживал осаду турков. Пока турки не стали забрасывать внутрь этой крепости крыс, которые являются вектором, носителем чумы, и остатки людей, умерших от чумы, и занесли туда чуму. И крепость пала. Просто вымерли. Не вымерли они, она уже больше не могла сопротивляться. Не полностью вымерли. Она потеряла свой оборонный потенциал, но часть людей, которые там жили, на своих кораблях ушли обратно домой. Сначала в Константинополь, но они принесли с собой чуму, они были все заражены чумой.
Они принесли сначала то, чему принесли в Константинополь, а потом в Геную, в Италию. И оттуда эта чума распространилась по всей Европе и привела к такому чудовищному по существу бедствию. Но, тем не менее, в глобальном смысле это все-таки не отразилось на... Нет, или не отразилось. Был такой зигзаг на кривой роста, но через 100-150 лет человечество вернулось на ту же самую кривую и пошло стремительно, таким взрывным образом, опять вверх, опять развиваться дальше. Следующее крупное бедствие, это было уже на нашей памяти, это Первая и Вторая мировая война. Там тоже приблизительно 10% населения мира погибло. Не в военных действиях, а в результате голода, холода, недорода было потеряно 250 миллионов людей. 50 миллионов было убито в военных действиях. 5 раз больше было убито, погибло в результате косвенных следствий войны. То же самое, что сейчас происходит. В современной войне убивают там примерно в 10 раз меньше людей, чем гибнет в результате разрушения цивилизации. Отсутствие связи, отсутствие медицины, отсутствие... то есть все инфраструктуры жизни, которые, без которых мы не можем сейчас жить. Уже не можем, да. Так как развились. Теперь вот что опаснее, значит, когда... Ну, в конце концов, ведь не может оказаться так, чтобы человечество выросло бы, то есть вес человечества в целом вырос бы больше, чем вес культурного слоя Земли, например. Да. И поэтому, где ограничения, как это может ограничиваться, и нужно ли вмешиваться в это? Ну, вот это хорошие вопросы. Но для прежде чем вмешиваться, нужно понять, во что вмешиваться. Да, разумеется. Понимаете? А то сперва вмешивается. Если мы не поймем, то вмешательство будет всегда пагубно. Кстати, ряд вмешательств, например, католические церкви, которые считают, что нужно иметь очень много детей и так далее, есть очень четкие исследования, которые показывают, что все старания католической церкви вмешаться в этот процесс ни к чему не приводит. Это сделано очень доброкачественными исследованиями. Берут страны с одинаковым положением в смысле вот демографического развития, католические и некатолические, с одинаковыми экономическими и географическими условиями, видишь, нет разницы. Да, ну вот если бы была бы такая дисциплинированная сторона, как Китай, предположим. Ну то же самое. Воробьев они уничтожили. Очень аккуратен. Нет, вы знаете... Если смотреть внимательно, разница не такая значительная. И многим кажется, что они вмешиваются. На самом деле, это вмешательство как бы подыгрывало естественному снижению населения. Вот об этом я сейчас расскажу. Да. Потому что прежде нужно понять вот этот механизм взрывного роста. Вот этот взрывной рост продолжался практически до 1960 года. Вот он шел по такой вот гиперболической кривой, и рост был пропорционален квадрату общей численности населения Земли. Это очень важный, кстати, результат. Вот начиная с 60-го года начался то, что называется демографический переход. Началось снижение общего скорости роста человечества. Скорость не росла больше, а то она так шла в разнос. Если бы мы шли по старому пути, то человечество должно было бы сегодня удваиваться за 20 лет. Это практически невозможно. Некоторые африканские страны это успевают сделать. Мир в целом, тем более взятый в таком осредненном образе, сейчас удваивается за 40 лет. Это предел, который у него есть. Быстрее он не может развиваться. По целому ряду причин, которые очень, кстати, интересны. Вот их нужно понять, понимаете? Что приводит к этому делу. И к этому делу, во-первых, приводит следующее. Человек отличается от животных не только своей колоссальной численностью. Но мы биологически, я хочу сказать, мы очень мало отличаемся от наших, грубо говоря, соседей. Не только обезьян, но даже тех же собак, кошек, свиней. Мы все биологически очень близки. Сейчас даже речь идет о том, чтобы пересаживать людям свиные органы. Так немножко там подлатать их генетически, сделать совместимыми с нами. Но мозги, наверное, не стоит. Ну, мозги мы не будем трогать. Челячьи мозги мы не будем пересаживать. Но мы же питаемся их мясом, оно вполне для нас пригодно, и никаких трудностей здесь нет. Мы совместимы биологически с ним. Так вот, речь идет о том, что в одном мы отличаемся от них. Вот те же свиньи готовы пороситься через 2-3 года. Мы откладываем этот процесс на 20-30 лет. Биологически, я повторяю, мы от них очень мало отличаемся. За исключением своего разума. Но 20-30 лет это нужно на воспитание ума человека.
что это есть коренной процесс, который нас отличает от другого. Поэтому мы homo sapiens, мы люди разумные. Но так же, как вот, например, компьютеры сейчас требуют гораздо больше усилий для обеспечения своего программного продукта, чем для создания новых железок. Да. Понимаете? Вот так же с человеком мы должны, вот, грубо говоря, мы hardware, железки человека, вот, существо наше создаем, грубо говоря, за 9 месяцев. А потом мы должны 20 лет его воспитывать, превращать в человека. У животных это происходит за 10 раз меньший срок. Поэтому, кстати, это же накладывает след на то, что мы биологический темп развития связан со сменой поколения. Мы развиваемся в 10 раз медленнее биологически, чем сравнимые животные. Понимаете? Если биологически новый вид может образоваться за 5-10 миллионов лет, то человеку нужно чуть не в 10 раз больше срока. А вся история человечества – это меньше миллиона лет. Да, и поэтому если мы такое, мы... Поэтому мы биологически практически, какие мы были полмиллиона лет назад, такими мы и остались. Вот есть случай, это замечательный случай, девочки, которые французские этнографы нашли в 1938 году в лесах Парагвая. Они отправились туда в поиск самых примитивных таких, замерзших в своем развитии племен. Нашли такое племя гуайкилов, с очень примитивным языком, которые по существу отстали от человечества, ну, почти на 300, наверное, тысяч лет. Это был средний палеолит. Были примитивные каменные оружия, примитивный язык. Они с трудом владели огнем. И вот эту девочку, они в возрасте полутора-двух лет, племя убежало в лес, девочка осталась, ее подобрали французские этнографы, привезли в Париж, образовали, и она превратилась в нормальную парижанку. Ну, вырвав ее из каменного века. Это означает, что самое главное – это воспитание. Это среда и воспитание. Среда. Понимаю. Культура. Да. Вот мозги ее и тело ее было вполне пригодно для того, чтобы превратить ее в нормального человека. Но среды такой там не было. Есть истории про Маугли, который попал вот в волчье племя. Известно, что такие случаи были, они хорошо документированы. Но такие дети, они, во-первых, не умеют говорить, они даже не умеют ходить на задних ногах, они ходят на четвереньках, как волки. Да. То есть, если... Даже такая вот простая вещь. Маугли развиться до человека не никогда может. Никогда не может. И такие люди, вот проведшие первые несколько лет в волчьей стае, они никогда не станут людьми. Они уже навсегда будут такими. А обратные случаи, когда цивилизованный человек попадает в дикие условия, вынужден жить среди дикарей. Ну, понимаете, если он уже достаточно развит, то он вполне справляется с этим. Понимаете, вот этнографы были разные и так далее. Такие случаи известны. Ну, они записывали. 20-летний, 30-летний человек уже сложился, и его испортить, как говорится, практически невозможно. У него уже есть все то, что ему дала современная цивилизация. Ну, вот я знаю случаи, например, когда сына Шамиля, которого после его ареста взяли, воспитали в кавалергарде, кавалергардом он стал, а потом послали обратно, домой. Да. Управлять страной. Да, своим. Но он не смог, по-видимому, ассимилироваться здесь. Да, и он очень быстро скончался, умер. Да, надо знать, по-разному бывает. Кстати, сейчас во многих семьях наших богатых русских, которые вот несколько лет тому назад отправляли своих детей учиться там в Швейцарии, в Англии за безумные деньги, вот даже внук Ельцина учился в Англии. Да. Потом их, сказать, возвращают домой, они оказываются совершенно неприспособленными к русским условиям жизни. Они даже плохо уже как-то забыли, даже язык. Не говоря уже о всей инфраструктуре образа. Не говоря о том, что наше образование, российское, во всяком случае, о том, что то же самое относится и к Грузии, в конечном итоге гораздо лучше среднего американского или английского образования. Но образ жизни, вот это наверное, порядок. Да? Не говоря об образе жизни, который просто другой. Понимаете? И человек, начиная его позволять, допустим, возраст 70 лет, и формативные годы, до 18 лет, то, что называется, средние школы, они возвращаются оттуда уже людьми, которых трудно совместить с нашими условиями. Некоторых можно, такие люди. Я сам испытал это. Мои первые 7 лет прошли в Англии. Для меня английский язык так же хорошо знаком, как и русский. И вам было трудно адаптироваться? Ну, это взяло некоторые усилия. Но там еще война случилась, другие события. Но во всяком случае. Но с другой стороны, это расширяет кругозор человека. А вы старше или ваш брат? Я старше, на 3 года. Тогда ему еще проще было.
Но это отдельный случай. Так вот, значит, мы вот обратились на... Вот, и вот эти вот количественные характеристики человека, наша численность, наше долгое развитие, это есть особенности человеческого рода. И они укладываются в ту схему, о которой я рассказывал. И вот сейчас, если бы человечество развивалось бы по прежнему вот этому гиперборическому закону, то в 25-м году этого столетия оно ушло бы на бесконечность. Это чушь. Такого не может быть. Это не может быть никогда. Что-то должно вмешаться. Вот здесь удалось понять, что удалось вмешаться. Некоторым оказалось, что не хватает ресурсов. Что голод нас убивает. Так думал Мальтус в начале 19 века. Это неверно. Пищи хватает всем. Ее с избытком хватает. Вопрос распределения пищи. Но даже сейчас в вашей стране могут быть трудности в связи с тем, что у вас нарушилась система воспроизводства сельского хозяйства. Да. Засуха у вас, да, понимаете, какой-то распад инфраструктуры торговой. Но все равно ресурсами и ваша страна, и весь земной шар одарен в необыкновенной мере. Я всегда привожу пример Индии и Аргентины. Аргентина на 30% меньше Индии. А производит она столько пищи, у нее такие есть сельскохозяйственные ресурсы, с благодатным климатом и землей, как, впрочем, и в Грузии, что одна Аргентина могла бы кормить весь мир. Вопрос распределения и вопрос того, чтобы это сделать. Так что ресурсы нас не лимитируют. В отдельных странах там нет пресной воды, там, в Эмиратах и так далее. Но это их, как говорится, местная проблема. Воды тоже хватает, земли хватает. Другое дело, как мы это умеем распределять. Энергии тоже хватает. Я не думаю, что можно серьезно говорить об энергетическом кризисе. Мы все время его преодолеваем благодаря изобретению новых источников энергии, в первую очередь атомных. И более того, мы и не используем то, что у нас есть. Вот именно. Или используем крайне неразумно. Так, по вашему мнению, значит, рост будет... Сейчас рост вот будет нас на 2 ограничен. Миллиарда меньше, чем нас должно было бы быть, если мы шли бы по взрывному пути. Да. И никто как-то не замечает, не оплакивает. Мы 2 миллиарда, это колоссальная цифра. И не потому, что они это умерли, потому, что... Нет, наоборот, это просто изменяется процесс воспроизводства людей. И он уже привел к такому серьезному сдвигу. Ну, конкретно что это может быть? Например, вот современный человек не хочет воспитывать своего сына, не имея достаточное количество денег. Да, но вот, понимаете, оказывается парадокс, что бедные страны, даже Индия, Китай, несмотря на всю свою бедность, они имеют много детей. А богатые страны, в том числе и Россия, и Европа, несмотря на всякие вот передряги, которые происходят, они с трудом воспроизводят, поддерживают свои ряды. Даже Америка, она поддерживает свой потенциал демографический только благодаря иммиграции. Белое население у нее не растет. Так вот, возникает проблема такая, ну, националистическая, я бы сказал. Да. Потому что, ну вот, предположим, китайцы размножаются, а вот грузины нет. И да. Как-то русские поэтому... тоже. Да. И это происходит, я говорю, в результате мирового цивилизационного процесса. У многих стран он уже зашел далеко, в том числе и у вас, и в России, и в Европе, и в Америке. Они уже прошли через максимум своего роста, сейчас идет резкое снижение, и по существу стабилизация населения. В основном идет... И это не зависит от, вот, предположим, в Грузии у нас, если ну, резко сейчас ухудшились условия. Ну, это накладывается на это. То же самое и в России, понимаете? В России сейчас на такой естественный ход воспроизводства, падение воспроизводства населения, наложился экономический кризис. Но это вещь, которая как-то рукотворна, она преодолима. Это понятно, преодолима, если она... А ну... мы говорим о гораздо более глубоких, существенных вещах, понимаете? Я понимаю, да. Я говорю о странах, например, Америки. Там нет войны, там нет недорода. Но там то же самое явление. Америка растет, я повторяю, на полпроцента в год только благодаря эмиграции. Какой-то закон, которому ничто не помешает. Вот об этом идет речь, понимаете? И это независимо от того, теперь Грузия станет бедной, богатой. Да, там, она будет жить со стабилизированным населением. Будет воевать все равно. Она может сделать хуже, понимаете, в результате лучше не сделает. Но уже, по-видимому, существенно повлиять на... Я думаю, что мир в целом в ближайшие вот, 100-200 лет население его стабилизируется. Это сейчас признано всеми. Демографы к этому пришли на основании, я бы сказал, своего такого интуиции и опыта.
А то, что мной было сделано, это просто некая картина, которая позволяет описать более глубокие, вот я могу предсказать прошлое на миллион лет тому назад. Я думаю, что я могу, может, на тысячу лет заглянуть вперед, угадав, и описав, вернее, законы развития человечества. Понятно. Но вот вы можете описать это целиком, человечество, да. Но отдельно взятую предполагаю. Это уже история, это уже конкретные условия. Да. Они вписываются, я говорю, в целое, понимаете. Вот сейчас Китай, например, он развивается необыкновенно быстро. На 10% у них растет в течение 15 лет народное хозяйство. Тоже, кстати, что было в России, в Германии перед Первой мировой войной. И потом все сломалось. А потому что сломалось почему? Потому что что произошло? Вот этот бурный рост развития капитализма в России, в Европе, это одинаковый процесс был. Он сопровождался, во-первых, ростом сельскохозяйственного производства, особенно после отмены крепостного права. У вас колоссальный переток населения из сел в города. И то же самое здесь же. Тбилиси непропорционально велик для такой небольшой страны. Понимаете? Но ничего страшного нет. Это естественный исторический процесс. Страна ваша богата ресурсами. Вы можете себя прокормить гораздо меньшим сельскохозяйственным. Численность сельскохозяйственного населения, она концентрируется в крупные города. В Древнем Риме было более миллиона человек. Понимаете, когда во всем мире было 100 миллионов людей. Ну, понятно, все стремились в Рим. Да, и это был великий город, который процветал, и он себя кормил, и обслуживал, и развивался в течение столетий. Потом он рухнул. По каким причинам, она тоже до конца непонятно. Вы только что сказали очень интересную вещь насчет миграции. Ведь размножение происходит не только, ну, я имею в виду страну отдельно, не в мире, а страну отдельную, не только с помощью, значит, размножения буквально, то есть рождения, деторождения, но еще и вот миграция приходит. Совершенно а потом правильно. Вы ее, если вы более культурная нация, предположим, или ваша культура каким-то образом более приемлема для тех людей, которые пришли, вы постепенно это все перевариваете и размножаетесь тем самым. Да, это вот тут очень интересный процесс. Во-первых, самое любопытное, что когда вы рассматриваете вот мир в целом, там нет миграции, потому что у нас нет другой планеты. Да. Понимаете? Поэтому, рассматривая развитие человечества в целом, я могу миграцию вообще не учить. Разумеется. В этих уравнениях, представлениях. Это очень важный фактор. То для каждой отдельной стороны его надо учить. А в целом не надо. Потому что просто баланс сходится. Значит, вам надо написать отдельные еще уравнения для каждой отдельной страны. Да, это уже очень трудно. Я этим заниматься не могу. Этим занимаются демографы. Но по существу это же не уравнение, а, грубо говоря, баланс. Да. Между, понимаете, бухгалтерией и физикой есть некая разница. Да. Не в обиду им будет сказано. Да. Так что я пользуюсь результатами их, как бы, бухгалтерии. Очень профессионально сделанные, авторитетные подсчеты. А они дают мне этот материал. Я могу сказать только о развитии в целом. Миграция очень интересный и существенный процесс. Вот миграция из Европы в прошлом веке, позапрошлом веке, в 19 веке. 60 миллионов человек уехало. 10% населения мира практически уехало из Европы вот, заселять Америку. Русские заселили Сибирь, англичане заселили Канаду или вместе с французами. Австралию и так далее. Да. Это было великое расширение европейской народа со своей культурой. И Соединенные Штаты тоже. Да. Понимаете? Процесс продолжается до сих пор. Белое население Америки сейчас не растет, а туда заселяет. Черное растет. И очень практически... Китайцев много. Китайцев туда, все туда приезжают, кто только может. Понимаете? Их всех берут, потому что иначе бы они не будут расти. Ну, это, скорее всего, потому что он современный Рим. Да, Америка, ну, вот это, как, грубо говоря, современный Рим. Хотя самый большой город – это Мексика сейчас, а вовсе не Америка. Ну, не только в городе, а целиком страна. Да, она тянет на себя людей. Но, собственно говоря, белое население там не растет, это, кстати, порождает очень сложные политические проблемы. В той же Калифорнии, в самом процветающем штате, белое население составляет меньшинство по сравнению с испанцами, китайцами, вьетнамцами. Ну, а какой выход? То есть, скорее всего, наверное... В России очень интересные процессы. Если бы у нас не было бы миграции из прежних республик, да, Союза, то население, наверное, бы сокращалось. Сейчас оно стабилизовалось.
Но именно за счет миграции. Причем очень миграция для нас важна. Это, в первую очередь, рабочая сила. Все вот это стройки Москвы и страны, они в значительной мере делаются руками украинцев, северокавказских народностей, белорусов и так далее. Да. Вот, тогда, и значит... это очень важный процесс. А вот, например, вот мы с вами говорили о судьбе Армении. Она, по-видимому, сейчас очень сильно теряет население за счет миграции. Их только почти даже миллиона нет сейчас в Армении. Почти в два раза уменьшили, чем что было несколько лет тому назад. В самой Армении очень мало народу осталось. Вот видите, это очень серьезный... Значит, тут миграция играет очень существенную роль. Да. Потому что раньше они, наоборот, тянули на себя людей из диаспоры. Да. И там она выросла, по-моему, почти до 3 миллионов. Да. А вот теперь пошел обратный процесс. Причем это из результате политических условий, в результате войн, распада вот, инфраструктуры, организации современного мира. Ну вот понимаете, вот я сейчас остановлюсь на, может быть, очень важном моменте. Вот это демографический переход. Да. Вот в Европе этот переход населения от медленного, от быстрого роста к насыщению занял приблизительно 150, почти в некоторых случаях до 200 лет. А вот весь мир сейчас, так называемый развивающийся мир, этот переход произойдет меньше, чем за 100 лет и затронет приблизительно 20 раз больше людей, чем тогда в Европе. И вот это, с моей точки зрения, вот те неурядицы, которые при этом возникают, связанные с притоком людей, в первую очередь, в города, неравномерным экономическим развитием, которое сейчас происходит в Китае и в Индии. Это угрожает безопасности не только этих регионов гигантских, но и всего мира. Это взорвало Европу при всем ее благополучии, культуре и то прочее. Страны, которые управлялись двоюродными братьями, как Германия и Россия, пошли воевать друг на друга. В первую очередь, и об этом многие серьезные историки говорят, вот из-за демографических причин. Это их взорвало. Понимаете, и вот сейчас я считаю, что проблема вот безопасности развивающегося мира, что как бы они ни были бы взорваны в результате собственного прогресса. И вот я думаю, что мудрость их, в том числе и китайских руководителей, что им пока и в Индии этот процесс удалось удержать в каких-то рамках. А если бы они взорвались, положим, распались бы на отдельные страны, так же, как Югославия. Или так же, это как были Советский бы, это, Союз. Да, но Советский Союз, к счастью, обошелся без крупных... Без крупных войн. Образом, да, а вот Югославия, если так смоделировать Югославию на Китай или на Россию, это были бы десятки миллионов в России и сотни миллионов в Китае. Вот подумайте об этом. И это расплескалось бы на весь, наверное, Тихоокеанский регион. Да, я думаю, что на весь мир. Да. Вооруженный ядерным оружием. Знаешь, нестабильность развивается, дальше она захватывает все. Вот да. И все. Вы сами это знаете, как видите. Да. И вот здесь вот принос исторические науки физических представлений мне представляется очень интересным процессом. Думаю, потому так были заинтересованы мои коллеги этим докладом. А сейчас, после публикации книги, с другой стороны, для меня было страшно важно рецензия, которая недавно опубликована в Вестнике Академии наук нашего крупнейшего историка, академик Мясников. Он написал очень интересную рецензию, как историк, понимаете, оценивая то, что мною было предложено. Для меня это было самое, я бы сказал, интересное, приятное. Он оценил очень для меня лестно, единственное, что я могу сказать. Он начинает с того, что сейчас говорит историки, когда слышат, что физик занялся историкой, их охватывает дрожь, потому что есть пример Фоменко, этого математика. Ой, да, это ужас. Который пишет совершенно безумные вещи. Да, вот, кстати, этот вопрос тоже немножечко, наверное, хорошо было бы обсудить, потому что у нас тоже в Тбилиси очень многие увлекаются вот, да. Фоменко. Ну, что Фоменко сделал? Он, значит, заявил, что вся история, все расписание жизни человечества неверно. И все, грубо говоря, хроники, все летописи, вся письменная память и вообще вся вечная память человечества, она надумана. Изобретена, фальсифицирована. Он будто бы проанализировал затмения и астрономические явления и показал, что, вот, грубо говоря, тысячи лет в истории выпали. Научно, опираясь на компьютерные какие-то расчеты. И вот сопоставление. Во-первых, почему он верит регистрациям затмений, а не верит там завоеваниям, царям
и тому, что гораздо ближе людям, тем же археологическим раскопкам и вот радиационному анализу. Понимаете, и активационному анализу. А он, тем не менее, вот написал безумное количество книг, 800 тысяч их издано. Мне с трудом удалось издать 2000 экземпляров своей книги. А его дичь абсолютнейшая, последняя вещь, которая его откровение, это что Карл Великий, Шарльмань, Иван Грозный и Тамерлан, хотя по стандартной истории они жили там в разные века, да, на суть одно и то же лицо. Империя, которая простиралась от Бискайского залива до Монголии. Это взято на руку, кстати, нашим крайними националистами. Да, любую глупость скажи, они вот будут за нее цепляться. Да, и к тому же он обязательно, то есть это самое единое лицо, да, был русским. Был русским, да, понимаете. Украинцы, по-моему, сейчас доказывают, что Адам и Ева были украинцы. Ну, можно, конечно, но, к сожалению, мы видим вот такой распад, это, с моей точки зрения, это симптомы распада общественного сознания, который, кстати, с моей точки зрения, связан с той исключительно крутой перестройкой хода исторического процесса, самим демографическим переходом. Мы просто не успеваем поспевать за этим делом. И поэтому возникает распад, во-первых, управленческих структур, поэтому распад Союза – это не случайное явление, так же, как распад Британской империи и всех других империй. Посмотрим, что будет с Китаем и Индией. Сохранят ли они свою нынешнюю государственность, и эти процессы коснутся и их. Это, кстати, вопрос, от которого зависит его безопасность мира в целом, о котором надо сейчас очень серьезно думать. Вот заключительная глава моей книги посвящена этим проблемам. И о них с таких общих точек зрения не думают. Понимаете? И вот понять эти вот исторические процессы, потом уже можно как-то в них вмешиваться и думать, что, как подыграть этому делу. Есть замечательное высказывание такого крупного очень экономиста Парето, который говорил, что управлять обществом, это значит подыгрывать природе тех изменений, которые в нем происходят. Да, разумеется. Вот нужно понять, что происходит. Тогда вот вы можете подыграть как-то этому делу. Если вы в жилу идете с этим делом, значит, получится. А если вы против шерсти, то не получится. И кошка станет лохматой, а не приглаженной. Надо гладить ее по шерсти. И еще ослабленький, станет хуже. И еще вас оцарапает. Да. А, и вот это высказывание нашего премьер-министра давнего Черномырдина, которому принадлежит фраза: хотели как лучше, а получилось как всегда. Это такое афористическое. Но на самом деле это и есть. Система человечества и населения страны крупно, она ведет себя как всегда. Вы хотели как-то поправить ее, а получилось как всегда, не так, как хотелось. Это и есть искусство управления. Да. Но это не тема. Это отдельное. А управлять странами и человечеством, переживающими самый крупный переворот за всю историю, занимающий исключительно узкое временное пространство, меньше 100 лет, когда все переворачивается, в самых главных функциях воспроизводства, вот взрывного воспроизводства, которое доминировало в течение миллиона лет, мы за 100 лет переключаемся на постоянное население. И вот эта ломка, с моей точки зрения, осознание ее на локальном уровне, уровне отдельной страны, региона, города, семьи, человека, личности. Это то, что мы должны сейчас делать. Если то, что вот мы рассуждаем на эту тему, поможет это, то, мне кажется, это самое главное. Еще один вопрос, если конечно, дополнительный по этой теме, а потом перейдем к другим. Вы так, да. Мы вас так просто отсюда отпустить не можем. Это ваша воля, я ваш, да, гость. Да. И вопрос такой, вот в конце концов, где будет, какая цифра будет, окончательная цифра, выше которой уже не будет расти человечество? Или такой цифры пока? Нет, такую цифру называют. Она колеблется приблизительно 11 до 12, может быть, 13 миллиардов. Практически это в 2 раза больше, чем сейчас. Сейчас мы преодолели в прошлом ничего году 6 миллиардов. Ничего особенного. Тогда места, пищи, воды всем хватит. Будет ли порядок для всех? Вот это я уже не знаю. Это, с моей точки зрения, главная проблема. Но я думаю, что если мы переживем вот этот переходной период, а мы сейчас находимся в самом центре этого переходного периода, вот максимум скорости прироста населения, сейчас это 87 миллионов в год, 250 тысяч за каждый день, это происходит сейчас, понимаете? Потом будет спад.
Это приходит к выводу не только моя модель, но и выводы демографов, сделанные разными организациями, Мировым банком, там, Объединенными нациями, разными исследовательскими центрами. Все дружно приходим к одному результату. Стабилизации населения мира. Это меня очень радует, но пугает другое, что а вдруг вы ошибетесь. Почему? Потому что, то есть ошибаетесь. Ну, через 100 лет я вам скажу. Почему? Потому что вот сейчас разные клонирования существуют, кланы. Можно, генетики расшифровали геном, можно как бы в результате, ну, то есть в идеале они, во всяком случае, пытаются понять на генетическом уровне, почему я живу так мало. И вы живете совсем не так мало, вы живете столько, сколько за вас заложено, как говорится. И генетика тут ни при чем, по-моему. Я думаю, что, в общем, общая конструкция человека, она, по-моему, сделана очень разумно в каком-то смысле. Ну, и у нее, так сказать, срок службы, это порядка там 80-90 лет. Может быть, перебор, там 100-120 лет иногда бывает, но это уже не массовое, крайне редкое явление. Это так же, как хорошо сделанный автомобиль. Вот хорошо сделанная машина, положим, через 5 лет, а если дорогая машина, то через 10 лет, она вдруг разом начинает разваливаться, понимаете? И двигатель, и корпус проржавел, и все агрегаты посыпались, и уже делать нечего, ее надо, так сказать, заменять. Вот так же человек, он хорошо сконструирован. Да, то есть... Если вы его поуродуете, как с машиной, едете куда-нибудь, то все, надо. Чинить можете не стоит ее. Но человека можно лечить, но жизнь его сократится, ломаная машина долго не живет. Да, меня пугают все эти вот генетические достижения, потому что с моей точки зрения, в значительной степени связан с непониманием. Да. Мы с вами понимаем, грубо говоря, а вот публика в целом не понимает. Вы делаете колоссальное дело, объясняя людям эти вопросы. Понимаете? Я считаю, что это один из очень важных общественных функций науки в наше время. И, кстати, вот этот кризис науки, который происходит в вашей стране, он очень суров, он очень сложен в России, он происходит и в мире, такая невостребованность науки. Это в известной степени обязано не только вот таким вот переходному режиму, но и самонадеянности науки, что вот дайте нам средства, мы будем заниматься своими делами, а на вас всех нам чихать. Yeah. Вот это сейчас аукнуло. Не говоря о том, что сколько усилий пошло на создание тех же атомных бомб, подводных лодок, а выяснилось, что это ни к чему. Никаких проблем они не решают, только создают проблемы. Да. Завели людей в тупик. Я говорил, в Москве 200 институтов, занимающихся физикой, в той или иной степени, может, даже больше. И, по-моему, 2 института антропологии и 3 института психологии, то есть научных отделов, научных дисциплин, занимающихся, грубо говоря, наукой о человеке. Да. Вот такая диспропорция возникает. Понимаете? Мы не понимаем собственной природы. У нас даже нет демографического журнала серьезно. Я помню высказывание физика какого-то очень... Да и вообще все очень муссировали это. Шутка такая была, что наука это, значит... Мы вчера как раз об этом говорили, да? Что наука это удовлетворение собственных интересов за счет государства. Да. Но это плохая шутка. Это очень плохая шутка. Мы доигрались в этом плане. И теперь люди с нас спрашивают. Но вы, я говорю, компенсируете это тем, что вы хотите физики, я тоже, и мы этим вместе занимаемся. Вы объясняете это людям и делаете колоссальной важности дела. Спасибо. Кстати, остальные ученые в основном за это завидуют и не оценивают это дело. Вы думаете, из-за того, что завидуют? Конечно. Нет более сильного чувства. Вот как раз мне подсказали тут из будки насчет того, чтобы я не забыл вас спросить о вашей передаче. Мы как раз подошли к тому, да. Плавно перешли к этой теме. Да. И, кстати, я вспомнил, как Чумбер Георгиевич, значит, меня напутствовал, что ты обязательно скажешь, что вот очевидно, что Сергей Петрович с нами, но это невероятно. Нет, наоборот, я очень рад, что я здесь. Кстати, и в прошлый приезд в Грузию я выступал здесь на телевидении «Восток», не по этому каналу. Было 3 года тому назад, когда приглашение Шеварднадзе и майора, и мы все приехали в Тбилиси, обсуждали как раз вот противоречие между ходом мировой цивилизации и множественности культур. Была такая крупная международная встреча. Кстати, эта тема сейчас подхвачена Объединенными нациями, и меня, наряду, кстати, с некоторыми участниками вот этой тбилисской встречи, генеральный секретарь Объединенных наций включил в специальную рабочую группу, которая должна
представить уже Объединенным Нациям доклад на эту тему. Я думаю, то, о чем я сегодня рассказывал, это будет, во всяком случае, моим вкладом в эту дискуссию. Так что вот то, что судьба передачи, я не знаю. Последний год я ее не вел. Мы записали с помощью «Газпрома» 52 передачи. Они шли, но не по главным каналам. Главные каналы наши, я считаю, ведут абсолютно антиобщественную политику в области просветительства. В всяком случае, в России это я могу сказать. Там нет ни одной научно-информационной программы. Научно-социальные проблемы вообще ушли с экрана. Иногда они появляются на канале «Культура». Но это самый бедный из наших каналов. Так что вот это положение очень суровое. Она обсуждалась, кстати, в высших слоях нашей администрации. Удастся это изменить или нет, но мне кажется, что мной или другими это надо делать. Знаете, больше 25 лет занимаюсь передачей, пора бы кончить, как говорится. А я считаю, что я свое дело сделал, вы можете его продолжать и развивать дальше. Я попытаюсь. Вы одарены в этой области. А мне не знаю, что вот будет. Может быть, нам удастся что-то продолжить или, во всяком случае, заставить людей думать об этих вопросах. Потому что иначе мы перестанем быть разумными существами. Но ведь существуют как бы механизмы, которые поддерживают... Ну, механизм — это, значит, деньги. Да. А денег нет. А денег нет, да. А как поддерживать телевидение? Значит, нужно сделать рейтинг высоким в передаче, и после этого начнут рекламировать. Меня, честно говоря, это раздражает. Я считаю, что реклама, во-первых, это величайший обман людей. Вас уговаривают за ваши же деньги. Потому что в рекламах Coca-Cola 20-30% то, что вы за нее платите, это платите за рекламу, чтобы вам продали. Ее же пить, понимаете? Это абсолютно замкнутый круг. Да, но факт — это другое дело, это может не нравиться, но это факт, что... Это хуже, чем факт, понимаете? Это тенденция, которая достаточно долго продолжается, приведет к вырождению общества. Да. Превратится в общество людей, потребляющих Кока-Колу, и этим кончится, понимаете? И все, да. И все, и больше ничего, понимаете? Матери они будут всасывать Кока-Колу, и... И, может быть, еще потом выяснится, что это какой-нибудь наркотик, который вообще не положено пить, понимаешь? С моей точки зрения, между Кока-Колой и отработанным машинным маслом большой разницы нет. Тогда я не могу не задать еще один вопрос. Вы были главным редактором одного из самых замечательных журналов за всю историю, по-моему, Советского Союза и нынешнего. Ну, это преувеличение. Был... Нет, это был журнал, да. Scientific American, русское его издание. Я, кстати, очень близко знаком, просто говорить, моим большим другом, создателем этого журнала. Я, кстати, перевозил его в свое время в Грузию. Мы с ним совершили чудесное путешествие по вашей стране. В старые времена, Джонатан Пил. Но сейчас он уже в отставке. Журнал принадлежит, кстати, немецкому капиталу, немецким издательским фирмам. Он в 12 языках, кроме русского. Он выходит по-украински. Более того, украинцы сейчас начинают издание русского варианта. Им помогают те же немцы, которые имеют большое влияние на Украине. До сих пор мы не можем найти в России денег для того, чтобы возобновить его издание, которое, мне кажется, нужно всей русскоязычной культуре. Разумеется. И вашей стране. Ну, слава богу, если делают это украинцы, то... Да, дай бог, понимаете. Но это только показывает беспомощность нашей организации науки. Да. Да, но наука должна быть, по-вашему, значит, она и есть, она не может, значит, существовать без поддержки государства. Да, без поддержки общества, я бы сказал. Общество. Но общество для этого должно быть сознательным, богатые люди должны давать на науку. А если оно не объясняет своих функций, в том числе при помощи журнала или телевидения, наука оказывается в отрыве от общества и теряет свою важнейшую функцию. Так что это все взаимосвязано, понимаете? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Как всегда, да. По-моему, невероятно интересный был ваш рассказ. Большое спасибо. Было замечательно, интересно с вами беседовать и провести вот те дни, которые мы... Спасибо, потому что мы с вами единомышленники и делаем общее дело, как в науке, так и на телевидении. Мне очень приятно, что я могу называться вашим двойным коллегой. Вот об этом я и хочу напомнить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам.